Добро пожаловать в игру под названием Dismantle. Это выживание в постапокалиптическом мире. С вами канал The Alex Play Koty. Будем выживать вдвоем. Всем привет! Привет-привет. Ну, погнали. Это автоматическая запись, отправленная с К-23 станции Корона. Всем будет обеспечен безопасный транзит в кратчайшие сроки. Мы все делаем то, что должны, чтобы выжить, просто чтобы существовать. Когда наше общество начало разрушаться, я был готов. Мое подземное убежище было заполнено едой и припасами. Но это было много лет назад. Сейчас ничего не осталось. Я не знаю, что ждет меня на поверхности, но я не могу оставаться здесь. Я знаю только, что на востоке должна быть точка эвакуации. Мне нужно туда попасть. Мне нужно покинуть этот жалкий остров. Пригород в клетке Капернаум. День первый, утро. Все выглядит не так уж и плохо. Вылезли мы, значит, из этого бункера какого-то. И оказались в лесу. Давайте посмотрим, что тут есть интересного. Всё ломай. Да-да-да, тут надо все ломать. Металлолом мы нашли. Металлолом, отлично. Нужен 12 уровень, пока что у нас не хватает. Да-да-да, я вижу, что что-то еще не нельзя. Пока более такие легкие предметы можно рубить. О, 30 опыта, кусок дерева. Вот сюда можно будет складировать, сложить материал. Подойди сюда, Котя, смотри. Тут есть вопросик, можно посчитать. Нажмите их, чтобы наносить удар. Ну, это мы поняли, да. Нам нужно ломать монету, чтобы проходить дальше. Также мы получаем Кстати, опыт. Странная подсказка для тех, кто играет с геймпада. Вообще-то на квадратик, а не на X. Ну, ладно. Ну, да. Некорректно. Так, новое задание на пролом. Улучшите лом и преодолейте препятствия. Цель, значит, найти 2 металлолома, 5 кусков дерева, улучшить лом в лагере и уничтожить препятствие в виде комода. Награда 600. Применяем. Задание в левом углу теперь появилось. Так, начнем. О, кстати, можно просто зажать, а не тыкать. А, о, прикольно, да. Пока мы комод не можем, видишь? Да-да-да, надо. 12 уровень нам нужен. Ну, листики можно будет добыть. И у нас слоты заполняются внизу. Ага. Мы много не можем. Видишь, у нас уже не влазит. Давай тогда отнесем, да, вот. В ящик. Складываем материалы. Отлично. Давай зажгем костер, наверное, нам надо зажечь костер. О, шикарно. Кемпер. Кемпер. А, здесь можно будет модернизировать наши предметы, снаряжение, также инвентарь посмотреть. Давай пробуем модернизировать. Смотри, мы можем рюкзак прокачивать и лом. Нам нужно в первую очередь лом, да, наверное, прокачать? Да, по заданию нам надо. Угу. А, надо зажать. Держать надо, походу. Окей, теперь у нас урон 12. Выходим. Получается, уходим. Лом. У нас... Мы теперь можем другие предметы ломать. Шняк. Бочки можем ломать. И опыта больше дают. А это все равно. Ну, для можем каких-то, видишь, все равно, получается, другие инструменты нужны. Ну, да. А вот это... Ну, все, и мы быстрее сейчас более просто их убиваем. Все, мы теперь можем дальше пойти. Задание завершено. Задание на пролом. Теперь путь открыт, и вы можете двигаться дальше. Забираем награду. А тут все ломать прям? Ну да. Предлагаю, хоть следующее ты прочитаешь, что у нас будет новое. Хорошо. Если ты не против. А что там? Вот смотри, что-то искать можно. Давай, попробуй. Нажми. Ой. Подожди, может быть зажать надо, смотри. Да, надо зажать и не отпускать. Найдите рецепты и создайте котелок, чтобы начать готовить. Сейчас будем готовить. Весь работающий эвакуационный транспорт отправлен. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и ждите технического обслуживания. Это автоматическая запись, отправленная с К-23.
станции чего-то там, я не успела прочитать, окей, сори. Окей, нормально. А, кстати, а можно второй раз включить? Но мы не будем, я думаю. Мы уже поняли. Готовить? Тут можно приготовить. Да. А, корона. Смотри, можно сюда. Я пробую открыть. Тут еще есть вопросик. Я что-то в какой-то текстуре, походу, так сделала сейчас. Используйте правый стик для управления камерой. Ну, это мы знаем, камеру пока не будем просто так, наверное, вращать. Это реально отвлекает. Покажи, как будет, если ты будешь вращать. Вот так. Ну, кстати, вон, смотри, вот так удобно. Кстати, ну, да-да-да-да-да, предмет нормально. Предмет какой-то, типа, обрушать. Просто это лучше одному делать, иначе чтобы не было. Без предупреждения лучше не делать, да. Да-да-да. Так, давай я обратно разверну. Вот так вроде бы было, да? Тогда давай ты этим процессом будешь контролировать примерно. Можем открыть? Давай откроем. Да я просто... Ой. Нет, да зажать. Я просто не понимаю, что у меня... Ой, кто это? Первый зомбарь. Бывший человек. Человек, мусорщик. Этот бывший человек использует различные виды атак ближнего боя для поражения своей цели. Что шикарно, прикольно смотрится. Ой. Смотри, подсказка. Удерживайте нажатой X, чтобы нанести силовую атаку. Когда цель ближнего боя выделена, нажмите R, чтобы переключить цель ближнего боя. Попробуй ты, наверное, сначала. У тебя там немножко по-другому будет. А, вот. Ой. Все, у меня мышка. Это мощный удар. Охотник на монстров. Убивайте монстров, пройдите любое испытание. Так, убит новый монстр, бывший мусорщик. Давай, наверное, посмотрим. Можно нажать, допустим, на Escape. Так. Существа, наверное. Существа, да. Да. Бывший человек-мусорщик. И здесь убейте на 3 больше, чтобы показать описание. А, то есть мы постепенно будем историю о него узнавать. Ну, интересная система. Так, давай попробуем. Может быть, мы сможем скрафтить еще что-нибудь. Смотри. Модернизация снаряжения. Рюкзак. Нам нужны... Вот а, обрывки ткани как раз-таки мы можем. Добралась как раз она. Угу. Я думаю, со временем это будет все открываться у нас. А инвентарь что? Тут пока что квесты, да, мы выполняем? Да. Коллекция. Так, ну ладно, пойдем тогда по заданию. Я думаю, со временем у нас будет больше разных действий. О, у костра, смотри, отдохнули, восстановилось. Точняк, здоровье восстанавливается. Так, отлично. Я, кстати, пойду листик подберу сейчас, видишь? Ой, она снова там появилась. А, ну это типа как ММО, они будут появляться, что ли? Да-да-да. И ткань добываем. Отлично. Нам надо 4 ткани, минимум. Давай по заданию пойдем. Ищите точки эвакуации к востоку от вашего убежища. Подожди, а где карта? А вот, наверное. А, восточный туда. Восточный. Пойдем. Ой, там еще что-то можно обыскать. Ну, мы давай будем пойдем обыскивать? Я не знаю, просто... Давай посмотрим вопросик тогда уж. Удерживайте Б, чтобы бежать. Но у меня shift получается. Ты на какую бегаешь? А ну-ка, сейчас. Мне надо разобрать, может, треугольничек? Нет. А, во. Окей. Кружочек надо зажимать. Ну-ка. То есть мы подкрадываемся. Сильный удар делаем. О, еще один! Смотри, помогай. Мне мало... Капец, тут очень мало здоровья. Смотри, как быстро меня убивают. Угу. Я вижу. Опасно. Так, попробую обыскать. Так. Тряпочку, по-моему, нашел. Там еще один идет, смотри, видишь, к нам? Вижу, вижу, сверху. Да. А все, он там патрулирует что-то. Так, готовить мы пока что не можем, я так понимаю, нам нужны рецепты. У нас, наверное, да, оп. Помидорку нашла? Томат. Да. А, красный и сочный плод, растущий на кустах, интересно. Нам надо как-то рецепт где-то найти. А что у нас? Листики, видимо, нам тоже нужны. Нам надо все, наверное, добывать. 15 уровень нужен. О, новый предмет какой-то. Капец, да, нас не влазит. Нам надо типа вернуться назад. Да, нам, видимо, назад надо вернуться. Ну давай прокачаемся там тогда. Ой. Рюкзачок бы прокачать. Ну да. Чтобы побольше носить.
Ой, я в дверь не вписалась. Так, как раз восстановим здоровье. Ой, хп нам дают. Костер автоматически восстанавливает ваше здоровье и восполняет запас экипированных предметов. Так, модернизация. Давай рюкзак, да, мы можем прокачать рюкзак. Прокачиваем, да? Ну да, мне кажется. Слоты для материалов будут у нас теперь по 6, и пространство на слот материала будет вместо 4 5. Ой, окей, хорошо. Полезная штука. Ну да, дополнительный квадратик получился, и у нас теперь по 5 предметов. Нормально, еще бы прокачать. Опять зомбарь этот. Надо вдвоем сразу нападать. Смотри, он за удар 1/3 просто отнимает. Он за 3 удара тебя убивает, по идее. Пластмасса. Синтетическая или органическая материал. Ой, вон еще костер, смотри. О, слушай, костер. Я что-то там нашел. Давай зажгем. Здесь как раз восстановимся. Уху-ху. Мы нашли 2 костра из 10, слушай. Можно подобывать. Еще материал. Так, ты все сложила, да? Надо чаще просто... Слушай, мы костер зажгли, тут можем прям легко все облутать. Нафармить, так сказать. Ой, там можно собачью будочку обыскать. Ну-ка, посмотри, что там такое. Привет. Собаки нет дома. О, на 2 уровень. Ой, там зомбак за тобой. Ой. Вы повысили уровень, вернитесь к костру, изучите новый чертеж, который поможет вам в вашем путешествии. Ну, сейчас мы решим. Ножик! Изобретение у нас появилось. Ой. Слушай, на зомбаре, я так понимаю, лучше вдвоем нападать. Я просто не совсем поняла. Какой-нибудь, может, возможность блокировать удар есть? Ну, походу, нет. Возможно, потом у нас появится. Так, кстати, я мог сложить предметы, а ты могла, типа, подобрать потом. Так, ну, ладно, наверное. Или ладно, давай я подберу предметы. Может, что-нибудь скрафтим. Или посмотрим, что нам... Нужно следующее. Новое задание. Предметы первой необходимости. Для того, чтобы иметь шанс на выживание, необходимы некоторые базовые оборудования. Цели. Найди карту у башни связи. Улучшите свой рюкзак и новый уровень. Награда 1000. Принимаем. Новое задание. То есть у нас 2 задания. Предметы первой необходимости. Давай посмотрим, во-первых, что можно сейчас скрафтить. И там какой-то чертеж появился. Новый уровень. Получен новый уровень. Сейчас будем вдвоем думать, что будем прокачивать. Изобретатель. Позволяет изобретать и создавать предметы у костра. Вот это интересно. Чертежи, наверное. Чертежи, да, давай. Вау, прикольно, да? Ага. Котелок вон, чтобы готовить, смотри, появился. Котелок. Видать? Ну да, наверное... Наверное, по этой ветке и пойдем. Ты хочешь котелок, да? Сейчас еще смотри, посмотреть, что метательные ножи появились. А, ну и пока что все. Слушай, ну тут прикольная вот ветка очень. Да, метательные ножи есть. Че более полезно? Наверное, сначала котелок попробуем. А если мы можем только. Я бы вообще попробовал на. А, подожди, мы пока. Ну да, мы можем потом еще этот рюкзак тоже скрафтить. Еще побольше. Ну все, котелок тогда. Изучаю. А, керамика нужна. А, окей. Ну, поищем. Отслеживать материал. Давай нажмем отслеживать материал пока что. Давай попробуем. А метательные ножи? Слушай, рюкзак плюс 1 особенность. Давай тогда прокачаем рюкзак. Вмещает материалы и предметы при улучшении получает дополнительную емкость для материала. Так это вроде у самого костра надо прокачивать. Модернизация. А, вот тут будут новые появляться чертежи, да, все, да, я понял. А метательные ножи, посмотри, что для них надо. Так, давай. Метательные ножи. Пластмасса. Пластмасса не хватает. Угу. Идеально сбалансированный клинок, предназначенный для метания во вражеские цели. Запасы пополняются у лагерного костра. Прикольно. Неплохой урон такой. Но мы котелок, да? Я отслеживаю уже, наверное. Ну, наверное, да. Окей. Ну, вроде такая интересненькая игра, мне нравится.
Томатный суп, ты рецепт нашла. Вкусный суп из мякоти, переросших из спелых томатов. Еще горячий. Постоянный эффект после еды. Максимум здоровья плюс 5. Прикольно. Угу. Три томата надо. Ой, вышел. Я помогаю. Отлично. О, керамика. Керамика, отлично, найс. Она какая-то зеленая, редкость, видимо, более такая, но более редкая материал. Оп, помидорки нашла, прикольно. Готовить. Создайте котелок, чтобы начать готовить. А, ну да, мы еще не открыли котелок. Кстати, нам дерево тоже нужно, у нас дерева мало. Томатный суп! Блин, у нас томаты есть, но мы пока что не можем. А вот, смотри, справа, можно в правой стороне посмотреть, что нам не хватает. Да-да-да. Где нового чертежа? То есть мы можем сразу на рюкзак еще нафармить. На рюкзак нам дерево нужно. Еще бы три керамики найти. Так, я тогда отнесу, слушай. Ты пока добывай. Так, отношу материал. Там можно еще листики забрать. Это что-то как-то странно. Не до конца добитое. Что это такое? Одного удара не хватает. Так. Все, керамик. Да. Точняк. Пойдем, уже не терпится. А вот котелок, видимо, здесь будем готовить, нет? Нет, это разрушаемая котелок. Так, все, я тогда жму. Там плита была. Окей. Костер вас. Ну, это мы читали. Чертеж. Котелок. Вот. Да. Давай. Удерживаем. Отлично, идеально подходит для приготовления рецептов. Можно улучшать, можно по этой ветке улучшать и всякие там супчики уже, там еще что-нибудь интересное, тортики, может быть, делать. Так, ну окей. Прочитаешь? Монстры на этой территории возвращаются каждый раз, когда вы отдыхаете у костра. Как в Dark Souls прям. должен быть способ предотвратить это. Цели: сделайте набор для башни связи, установите смертоносную передачу на башню связи, ну и награда 5000. Нормально. Принимаем. Новое здание. Остановите возрождение монстров. Ну, новое изобретение. Давай. Набор Иди-ка инструментов. Сюда. Вот тут. Оп. Добро пожаловать в кулинарию. Приготовление и употребление пищи дает постоянное повышение различных статов в зависимости от блюда. Выжившему не обязательно есть, чтобы оставаться в живых. О, давай попробуем. Три томата. А почему ячейка занята? Обновите котел у костра, чтобы открыть больше ячеек. Ну ты пока можешь... А нельзя все три в одну ячейку приготовить и съесть? Нельзя? Давай попробуем. Ну вот, ингредиенты. Раз, два. А, да, можно, точняк. Это томатный суп. Готовим. Вкусный суп из мякоти, переросших из спелых томатов, еще горячий. Вот, максимум плюс 5. Это временный эффект, да, нам дает? А там был постоянный рецепт. Ой, постоянный эффект после еды, я поэтому не поняла. Можно попробовать сожрать. А вот, прибавили, нам уже прибавили. Ну вот, отлично. Видишь, полоска умножилась? Да. Можно, кстати, посмотреть, смотри. Вот, 25, а было 20 здоровья у нас. Ага. Вроде бы. Неплохо. Так, окей. Я так понимаю, если нас ударит, то все, она уже пропадет, да? Надо опять кушать. А, нет, слушай, она, наверное, восстанавливается, да. Это постоянный эффект? Там было написано постоянный эффект после еды, поэтому мне кажется, что это то, типа на совсем. А, ну прикольно тогда. Так, удерживаем. Давай. Активируем. И там зомбак идет. Ты.
Ничего себе, такая большая такой карта. Мир. Офигеть. Вот я хотела сказать, это такое... Ничего готовьтесь себе. К 100 сериям, называется. Найдены башни связи. А тут еще есть другие, слушай. Открыть восточные ворота, открыть западные ворота. Восточные, да? Там что-то нам... Что-то было про восточные ворота, ну, да. Давай восточные откроем. О, боже мой! Фига себе, он здоровый. Ладно. Нам сначала надо... А ну-ка. Я должен отправиться на точку эвакуации, я всегда могу вернуться сюда позже. Давай западный откроем, попробуем. Ну, попробуем, давай. А чё там? Там тоже явно кто-то должен быть. А вот, тут много монстров. Ну, типа, видишь, сначала нужно... Да, да, да. Нужно убить вот этих вот монстров. Окей, я понял, да. Слушай, ну, ты думаешь, мы справимся со здоровяком? О, карта появилась. Карта появилась. Новое задание. Это начало долгого путешествия, но, к счастью, все необходимое уже имеется. Награда 1000. Предметы первой необходимости. О, промазал тут. Нужно уворачиваться. Мансит, мансит. Так, нам бы, конечно, наверное, как-то улучшиться еще. Смотри, если мы, я долго бью, видишь, он начинает слышать. Если он услышит, он идет, наверное, к нам побежит, да-да-да. Да, бежит, бежит, бежит вон. О, фига себе. Ну, ты что, за плевальщица? Бегай, бегай, бегай. Ты что? Это сильнее. А кот, теперь. Пойдем к костру. Пойдем. Убить нового монстра какой-то. Видишь, у меня очень мало здоровья. Подожди, подожди, подожди. А, ну давай, можно полутаться. Кстати, рюкзак, чтобы улучшить, что нам не хватает? А нам еще металл нужен. Хватает. Металл нужен. 13 металла. Или хватает? А, подожди, да, не хватает. Все, сейчас. И дерево. Сейчас, все. Дерево надо. О, плакат какой-то. Посмотри. Я тоже хочу пиццу, говорит. А. Все, понял. Блин, да все уже. Как пропустить? Ой-ой. Сейчас умрешь! Уходим, Коти, уходим. Ну, убегаем, убегаем. Они сильные. У нас очень мало здоровья. Ты застряла. Я застряла, все. Сейчас, подожди. Можно отмансить, конечно. Мне на один удар. Не, давай убежим лучше. Бежим. Так. О, чертежи новые, да, получается? Броню тут какую-нибудь можно? Набор для башни? Я думаю, это верхняя шкала броня. Видишь, одежда. Ага. Третий уровень нужен нам. Набор инструментов для башни связи. Требуется уровень 7, текущий 2. Но это еще не скоро. Метательный нож я бы попробовал, интересно. Давай пластмассу найдем. Угу. Рюкзачок мы хотели улучшить. Слушай, Котя, я понял, смотри, я думал, типа, уровень прибавляется, и ты можешь, как бы, только одно умение. Тут не так, тут если у тебя будет, допустим, третий уровень, ты можешь на третьем уровне все возможные ячейки открываются. Главное, чтобы ресурсы были, я так поняла. Да, правильно. А, блин, знаешь, что надо сделать? Знаешь, что надо сделать? Давай, тут можно несколько точек, я так понимаю, ну, несколько предметов помечать. Вот я могу пометить, отслеживать. Все, и нам будет проще, типа, сориентироваться. Видишь? Угу. Нам древесина нужна, получается, и пластик. Ой. Ощущение, что они сильнее стали. Да, господи. Они сильные. Нам какая-то, да, действительно, броня нужна. Ну, о, демонтажник. Разрушено 100 объектов. Нам дали опыт. Блин, там этот сильный. Так, пластик и древесину, где ее носить? Кстати, может, в другой дом сходим? Ну, стой, вот. А, да, посмотрим. Можно обыскать. О, нашел пластик. Нормально. Еще пластик, отлично. О, мы ж тут не были, точняк. И древесины много, и пластика куча. Да, посмотрим, что это.
Так, требования не соблюдены. Быстрый баскетбол. Достичь 5 уровень уровня. 5. Угу. И что, будет возвращаться, когда все требования будут выполнены? Что-то интересное должно быть. Кстати, а тут можно прогуляться. Блин, там еще один сильный. Древесину. Надо древесину добыть. Какой уровень нужен? Ой, побежали-ка. Да, уходим. Ой. Допустим, смотри, он за мной бегает, ты можешь бить. Вот так. Смотри, за мной побежал. Да, блин. Теперь я. О, мы способ нашли, нормально. Надо прокачаться. Так, пойдем к костру, наверное. Хочешь добить? О, там, по-моему, дерево. Дерево же, да? Или что это? Какая-то табличка. Они влазят уже. Пойдем хотя бы скинем. Я думаю, они не пропадут. Так, запаслись, ножик, да, давай ножик сделаем. Чертежи. Вот, видишь, лайк, это значит можно сделать. Ага. Так, ну тут мы все читали. Урон 33, проникающий, метательный урон против монстров плюс 20%. Так, создаем. Созданный предмет. Так, ну это мы читали, да, у костра восстанавливается. Вот, интересно, метательные ножи. А, ну все, плюс 20%, все это мы читали. Окей. Угу. Сейчас надо понять, как... А, вот, смотри! Три ножа у тебя, три у меня, получается. Да, да, да. Все, у меня на правую кнопку мыши, у тебя... Ну-ка, попробую. Вот, смотри, я целюсь. Ой. Я случайно. Ты, да, надо не отпускать, получается. Вот, смотри. Ой, боже мой. Ну, что-то я промазал, пока непонятно как. Может, поближе подойти надо? О, фига себе. Ты попала. Я случайно только все выкинула. Новое изобретение — бейсболка. Капец, это сложно попасть. Реально сложно попасть ножом. Нож идеально подходит, когда он еще стоит, да? Так, незаметно. Мне просто интересно, если я выберу таргет и потом пульну, но у меня ножи кончились. Ну, проверим еще обязательно. Давай, нам бы металл найти и древесину. У меня еще один способ. Ты, короче, бежишь, отступаешь и бьешь. Тоже, по-моему, действует. Я думаю, если будет топор, можно будет вообще древесину, ну, дерево рубить. Ну да. Подожди, а вот уже ящички. Ой, точняк. Пластик. Нормально. Да, кстати, там много ресурсов. Отлично. И... Нам комик тоже еще прокачать. Угу. Чтобы больше разных предметов. Ну все, слушай, а акция два... Акция вандализма. По-моему, с другой... Две тряпочки надо. А? Это тряпочки? Да. А, я думал, это металл. Блин. Тут не влазит, да, у нас? Надо все равно сложить. Да, но просто не всегда там пластик и в этих мешочках. Так, тут металл у нас. А, вот тряпочка. Из зомбарей тряпочка, кстати, выпадает. О, иди сюда. Смотри. Можно покрутиться. Там еще зомбарь идет. Из него тряпочка по-любому да. должна выпасть. Точняк. Слушай, а ну-ка. Памяти коренных жителей острова оригинальные артефакты, обнаруженные в 1917 году. О, давай сюда зайдем. О, новое изобретение, отмычку. Мы отмычку. А как мы это поняли? Тут порой можно просто наблюдение какое-то провести, типа нам нужно туда попасть, ты думаешь, значит нам нужна отмычка. У тебя как бы план появился такой. Тут что?
что такое? А, да, кстати. Древесина! Мы древесину, прикинь, не подобрали, она там тусовалась. Ну, бывает. Вот, так, давай рюкзак. А, это очень, наверное, важно будет рюкзак расширить. Ну-ка. О, новый уровень. Как раз выберите новый навык. А, давай, смотри, давай подумаем. У нас есть три варианта. Воришка, слоты для материалов, плюс один. Потом собиратель. Начните собирать грибы, птичьи яйца и другие полезные ресурсы, которые можно найти в дикой природе. Либо же боец. Урон от удара против монстров плюс 5%. Как думаешь? Ну, на самом деле для меня, мне кажется, второе интереснее, но третье, да, возможно, на нашем уровне сейчас пока полезнее, поэтому... А мне кажется, нам лучше больше предметов, чтобы быстрее... Да? Ну, я думаю, может типа, быть, слот для материалов плюс один. Мы быстрее будем прокачиваться, быстрее собирать. Типа, нам не надо будет туда-сюда бегать постоянно. Ну, больше давай предметов сможем. Давай. Все-таки 5%, я думаю, и так, в принципе, мы справимся. Так, ну давай посмотрим, что делать дальше. Бейсболка, мешок что нам... Мешок крови? Что? Мешок крови. Ну-ка. Мешок крови, материал для создания. Это у нас все есть, в принципе. Свежий запас крови для поддержания стабильного уровня гемоглобина. Максимум здоровья плюс 5. Видимо, навсегда, да? Угу. Так, либо же, смотри, у нас есть бейсболка. Что она нам дает? А, простой головной убор, обеспечивающий ограниченную защиту от повреждений. Вот то, что ты хотела. Угу. Блокирование удара плюс 5%. Метательный урон против монстров плюс 15%. Что более полезно? В принципе, а тут здоровье. Это и то нужно. Мне кажется, ну, броня, да, может быть, все-таки поважнее будет. Пока что. Наверное. Хотя это, ну, в сочетании должно быть и здоровье, и броня. Ну давай, давай вот бейсболку. А, ну вот зачем нам отслеживать? Прокачиваемся. Отлично. Мы теперь можем нам одеть. Что-то не можем, да? Что у нас не прокачивается? А я отслеживаю. Пластмасса. Мы... Да, ага, пластмасса. В принципе, мы это все добудем. У нас ножи восстановлены. Модерниза... А думаешь, о, тут почему? Смотри, можем прокачивать. Можем ножи прокачивать. Угу. Котелок. Добавляет один новый слот для ингредиентов. Рюкзак. Блин. Но надо добывать нам больше предметов. Смотри, видишь, у нас плюс один появился. Да, 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 вижу. Я думаю, мы правильно сделали, что именно прокачали рюкзак. О, уже ночь, кстати. Я не знаю, на босса пойдем или нет, как думаешь, мы сможем отбить? Даже не знаю, сложно сказать. Смотри, я ударяю и убегаю, он мажет. Все, у меня уже опыт появляется. Рюкзак, кстати, можем рюкзак еще плюс 2 прокачать. Ой, там плевать сейчас. Подожди, я хочу, знаешь? Я попал. Да, блин. Да боже мой, ты как я не могу попасть-то? А, я спутал наших человечков. 220 с опыта, нормально. А, нажмите Б, чтобы увернуться. О. Ой, прошу прощения. Заперто, тут пока нельзя открыть. Так, у ворот. Вот, получается, ты можешь бить его. Хоба, перекатился. Неплохо, надо попробовать будет. А в этот, я так понимаю, мы из здания не зайдем? Ой, прости. Нормально. А тут... Тут два входа. Давай дальше пройдем. Что у нас здесь такое? О, костер еще я нашел. А, и задание, смотри, усиление. Этот мир кажется опасным. Чтобы выжить, вам нужно лучше вооружиться. Сделайте котелок, приготовьте любой рецепт, создайте метательные ножи. Принимаем. Мы же все это делали уже. Ну да. Ну просто мы не активировали. Оно сейчас само зачем? Да-да-да. Оно само, да, автоматически выполнить получается. Просто мы поторопились. Ну да, по идее, мы должны были сначала сюда прийти.
Третий костер мы активировали. Нам теперь еще проще. Нам далеко ходить не надо будет. Здесь можно полутаться. А, увеличьте урон до 15 уровня. Нам, по идее, нам бы прокачать наш ломик. Ой, там, что это с ним? Забаговался. Полутаем. Тряпочки. Мешок крови. Рюкзак. Я все-таки рюкзак хочу. Нам всего лишь две тряпочки нужно. Хотя можно тряпочки и пластик найти, и прям идеально будет. Ой, опасно, опасно. Сможешь его ударить? Все, давай поставим. Меня убили, кстати. Я вижу. А, подойди к костру, ты меня восстановишь. Пока ты не умер. Ну-ка, просто погреешься. По идее, должен появиться. Давай посмотрим, что у нас тут можем сделать еще. Отмычка там что-то светится, смотри. А, да, да, да. Но, да, наверное, да, просто потому что новая. Да, требуется 12 уровень. Окей. Так, ну все, я, получается, появился. Ткани нам. Где ткани нужны? О, обычный коллекционер. 1000 дали. Там зомбарь. А, оказывается, не надо зажимать, а просто нажать на правую кнопку мыши, он сразу кидает. Тогда ты не промажешь. Ну-ка попробуем. О, точняк, прикольно. Просто один раз нажимаешь. В этом плане мне проще. О, материала нормально. Как тут раз пластик прям много. Ад целый. Да. Тут древесины много прям радует. Да, неплохо. Цемент. Ой, какой-то. Фига себе, 45 уровень нужен. Ну, это для нас сложно пока что. Но тут можно визуально понять, что это тяжелые. Ну да, логично. Одна тряпочка и три пластика, и все, можно улучшаться будет. Слушай, ой. А помидорки, да? Подожди, это каждый раз, когда мы три помидорки находим, мы сможем плюс 5 прибавлять себе здоровье, что ли? Не знаю. Это было бы имбово, мне кажется, чересчур. Я не против. О, тряпочка. Ну, я думаю, пластик сразу найдем. Ой! Ой. Мы к боссу подошли! Нам бы ножички хотя бы запастись ножами. Блин. Подожди, может быть... А у тебя три ножа есть? Да. Кидай, нормально. Справимся. По очереди бьем. Давай, отбегай, я. Где его? Боже мой. Ой, не наступай на нее. Да. Найс, 700 опыта дали. Что-то выпало, смотри, красивая, да, стерка какая-то. Офигеть. Блин, что-то музыка, правда, так и заорала. Минус уши. Я должен отправиться к башне связи, чтобы открыть ворота. Сфера голубого глаза нам дали. Офигеть. Я предлагаю найти еще пластик, прокачаться, и на этом, в принципе, можно закончить серию эпично. А потом мы пойдем вот в эти ворота. Потом откроем ворота и посмотрим, что ж там. Угу. Сейчас быстренько здесь облутаем. Я думал, будет сложнее, честно говоря, босс. Да, он выглядит очень каким-то жестким, угу. А по факту, ну так. Знаешь что, ножички были слишком имбовые. Если бы еще у меня три было, ты три раза попала прям. Тоже, блин, сильно. Смотри, у нас мало здоровья, братья. А я вижу. Ой. Беги. Я лучше убегу, да. Да, лучше беги. Не будем беги. Рисковать. Так,
сложим материал. О, есть какой-то сон появился, смотри. Что это такое? Давай попробуем посмотреть. Изучите и создайте спальный мешок, чтобы спать у костра. Видимо, это будет что-то нам дополнительные плюшки давать. Ну ладно, раз мы уж здесь, я предлагаю, значит, кровь, да, мы можем? А, нет, не кровь. А что, можем прокачать? Бейсболк у нас уже есть. Спальный мешок. Четвертый уровень нужен. Рюкзак! Точно, рюкзак можем прокачать. Смотри, давай прокачаем, наверное, да? Слот для материалов получается 8, и пространство на слот будет 6. Окей. Прокачиваем. Посмотрим, как это будет выглядеть. О, смотри, как много предметов уже можем брать. Так, быстренько ищем, да, пластик. О, подожди, этого не было разве? Баррикады какие-то. Ой! Да ты серьезно, что ли? Они взрываются! Офигеть! Капец! А что там только что произошло? Все просто взорвалось! А мы не знали! Сколько ресурсов. И что это, подожди, а нам. Мы просто начали у костра, получается, да, начинаем? Да. Господи, можно мешок создать зато. Ну да. Не, на самом деле было бы здорово, что если бы ты вдвоем помираешь, нужен какой-то минус сделать, чтобы ты старался не умирать, чтобы тебе не пофиг было. Мне кажется, было бы более правильно. Так, ну ладно, мы сейчас сделаем мешочек. О, новый уровень, давай подумаем, тут надо подумать. Общий сбор. Кстати, а собиратель остался, смотри, и боец остался. То есть это мы читали. Есть кулинар. Ешьте съедобные материалы, которые вы носите с собой, чтобы восстановить здоровье. Давай вот это. Нажми, чтобы открыть. Подожди, я думаю, пока что не надо кулинар делать, потому что сначала собиратель надо создать. Ну, откуда у тебя будет еда? А если собиратель, ты будешь чаще находить еду, а потом уже кулинар надо. Логично, да. Начните собирать грибы, птичьи яйца и другие полезные ресурсы, которые можно найти. Да, давай сначала собиратель. Прокачиваем. Так, и чертеж, получается, мы можем теперь мешок крови создать. Плюс 5 к здоровью. Созданный предмет — это брелок. Он обладает специфическим эффектом, когда помещен в ячейку брелка. Создайте больше брелков, чтобы открыть больше ячеек. А, ну все, я понял. Максимум плюс 5. Смотри, мы можем выйти. Вот именно вот сейчас от костра отойдем. Смотри, нажимаю я Escape, инвентарь. Вот, видишь, внизу брелки. Да. Сюда со временем можно будет 5 брелков выбрать. То есть мы на определенный поход будем определенные брелки, допустим, собирать. Билд, так сказать, как в ДБД. Так, тут 5 всяких предметов будет. Так, ну прикольно. Общее мнение об игре, что скажешь? Ну, пока сложно судить, потому что это первый взгляд только. Вообще выглядит достаточно интересно, потому что тут прям очень много всего, что можно делать. Интересно очень изучать, я хочу добавить. Да. Изучение прикольное. Там хочется очень открывать крафт, да, вот это все, что будет дальше, вот узнать. Карту открываешь, какие локации новые. В принципе, такая залипательная игрушка. В общем и целом, в принципе, мне понравилось. Отзывы в Steam, кстати, очень положительные. Так что, в принципе, видимо, не зря, да, так затягивает. Ну да. В общем, первый взгляд. Надеюсь, вам понравилась эта первая серия. Я думаю, мы обязательно продолжим играть. Ставьте лайк, пишите комментарии. У Коти есть канал на Ютубе. Она снимает Dead by Daylight, новостной канал. Обязательно подпишитесь. И здоровье, видишь, как у нас уже 3 деления, 30%. Да. Вот. Всем пока-пока. Пока-пока. Пишите свое мнение в комментариях.